Привет, друзья! Если не ошибаюсь, у меня еще ни разу не было обзоров на 30-ю серию Galaxy от Samsung, которая на фоне 50-й серии смотрелась не так выигрышно. Но в случае с Galaxy A35 ситуация в корне поменялась, и мне захотелось протестировать эту модель. Я уже несколько дней ей пользуюсь, совершаю звонки, выхожу в интернет, пользуюсь камерой и прочим функционалом аппарата. И в этом видео я поделюсь своими впечатлениями, которые, надеюсь, помогут вам понять, насколько эта модель вам подходит. Стоит ли ее покупать, либо обратить внимание на что-то другое. Начну обзор, наверное, со стоимости, которая составляет около 35 тысяч рублей за базовую версию, которая, между прочим, оснащена 128 гигабайтами внутренней памяти и 8 гигабайтами оперативной. И именно такую версию я и купил. Существует еще версия на 256 гигабайт, также с 8 гигабайтами оперативки. И учитывая поддержку карт памяти, я решил не переплачивать несколько тысяч рублей за версию с большим объемом внутренней памяти. Полезнее эти деньги потратить на покупку аксессуаров. Я приобрел фирменный силиконовый чехол, который стоит около 2000 рублей. Ну и за эти же деньги взял комплект оригинальных защитных пленок. В итоге 4000 рублей я потратил на аксессуары. И я всегда стараюсь брать фирменные аксессуары по возможности, потому что зачастую они более качественные, идеально сидят и защищают устройство, не причиняя ему никакого вреда. То есть я на 99% могу быть уверенным в том, что от этого чехла на смартфоне впоследствии не появится никаких потертостей, чего нельзя сказать о дешевых чехлах сторонних производителей. Как видите, коробка Galaxy A35 предсказуемо тонкая и в стандартной комплектации, то есть надо быть гадалкой, чтобы понять, ничего вы такого особенного не обнаружите. Ключик для извлечения лотка сим-карты, карты памяти, документация, также кабель Type-C. Я говорю об этом совершенно спокойно, потому что ситуация подобная повторяется в течение нескольких лет. Я не любитель делать искусственные эмоции, поэтому не удивляюсь отсутствию адаптера в комплекте, как делают многие. А как? А почему? Да что ж такое? Samsung? Нет. То есть я изначально знал, на что иду, когда приобретал этот аппарат. Поэтому отношусь к этому вполне нормально. Хотя сама ситуация, конечно же, совершенно ненормальная. Лучше бы хотя бы адаптер питания в комплекте был. Потому что на самом деле не у всех он есть, и придется его покупать отдельно. Тем самым к стоимости аппарата еще надо добавлять стоимость, помимо того, что надо добавлять стоимость чехла, стоимость защитной пленки, так еще и стоимость адаптера питания, которая также совсем не дешевые. Выпускается аппарат в 4 вариантах расцветки: лаванда, голубой, желтый и темно-синий, как в моем случае. Цвет марки не очень удачный, но зато достаточно ликвидный на вторичке. Я так подстраховался, в случае чего в этом цвете его будет проще продать, чем, например, в желтом. А так, в целом, учитывая, что большая часть из вас будет использовать аппарат в чехле, то разницы в цвете уже никакой не будет, кроме тех случаев, когда вы будете использовать прозрачный чехол. По дизайну аппарат ничем не выделяется по сравнению с другими моделями компании. О том, что это аппарат A-серии, можно понять по специальной выемке K-Island, расположенной на правой части. В нем производитель разместил качельку регулировки громкости и кнопку питания. В 2024 году K-Island стал некой визитной карточкой Galaxy A, начиная с модели Galaxy A15. И стоит признать, что он очень удобен на практике и является единственным выступающим элементом на матовой пластиковой рамке аппарата. Вес девайса составляет 209 грамм, что на 10 грамм больше, чем было в Galaxy A34. И связано это прежде всего со стеклянной поверхностью задней панели, тогда как в Galaxy A34, как известно, был пластик. Но как бы то ни было, тяжелым аппарат не назовешь, вероятно, из-за хорошего распределения веса. О том, какое стекло используется на спинке, Samsung не сообщает, зато точно известно, что на фронтальной части стекло Gorilla Glass Victus Plus. Не так давно еще Gorilla Glass Victus Plus устанавливался только на флагманские модели. Вот теперь он добрался и до моделей среднего ценового сегмента. Также большим изменением в дизайне является появление O-образного выреза под фронтальную камеру. В предыдущей модели был морально устаревший V-образный вырез, который очень многих смущал, да и экранные рамки стали меньше, чем были раньше. Так что в целом дизайн аппарата стал
намного эстетичнее. Важно отметить наличие сертификации пылеблагозащиты по стандарту IP67. Это значит, что устройство полностью защищено от пыли и может выдержать кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Но защита от воды и пыли не означает защиту от падения. Так что чехол, еще раз повторяю, не обязательно фирменный, но докупить обязательно рекомендую. На нижнем торце аппарата можно заметить разъем Type-C, два микрофона и один из двух стереодинамиков. Сверху еще один микрофон и слот для сим-карты и карты памяти. Здесь комбо-разъем, которым можно использовать либо две наносим, либо одну наносим и карту памяти. Сканер отпечатков пальцев здесь подэкранный, оптический, работает он четко, каких-то проблем за время использования я не обнаружил в нем. Также можно использовать разблокировку по лицу. Super AMOLED дисплей аппарата при диагонали 6,6 дюймов имеет разрешение 1080 на 2340 точек, что соответствует плотности 390 пикселей на дюйм. Имеется поддержка динамической частоты обновления 120 Гц, и в зависимости от сценария использования частота будет автоматически меняться от 60 до 120 Гц. Конечно же, вы можете и вручную выставить стандартную частоту обновления экрана, но ничего хорошего, кроме незначительной экономии заряда батареи, вы в этом не увидите. Поэтому особо этого делать я никому не рекомендую. Оставляйте, как было по умолчанию, адаптивную частоту обновления, и будет вам счастье. Максимальная яркость дисплея составляет 1000 нит, что вполне достаточно для комфортного использования даже в солнечную погоду. Помимо высокой яркости, Galaxy A35 также может похвастаться наличием режима максимального затемнения экрана, который будет очень удобно использовать в условиях полной темноты. По умолчанию в настройках активирован режим экрана с насыщенными цветами, но вы можете изменить их на естественные цвета, что, собственно говоря, я сразу же и сделал. Также имеются такие полезные опции, как защита от случайного касания, которая будет полезна в том случае, если вы носите смартфон в кармане или сумке. После того, как вы наклеите защитную пленку или стекло, рекомендую активировать опцию «Чувствительность». Ну и опция «Информация о зарядке» поможет вам видеть уровень заряда и сколько осталось до полного заряда при условии, когда Always On Display выключен. Имеются, конечно, и стандартные опции, такие как темная тема и комфорт для глаз. Системная навигация возможна как при помощи трех сенсорных кнопок, так и с помощью жестов, в зависимости от того, что вам удобнее. Я использую либо то, либо другое, вот сейчас решил остановиться на кнопках по старинке. Так что в целом по дисплею зачет, здесь Samsung не экономит и предлагает один из самых лучших дисплеев в своем классе. И у него не только отличная яркость и контрастность, но и большие и хорошие углы обзора. У него очень хорошее соотношение сторон экрана 19,5 к 9, как на iPhone, что способствует комфортному просмотру контента. Причем, когда смотришь видео на этом аппарате, нет абсолютно никакой разницы с более дорогими смартфонами. И картинка, и качество звука здесь отличного качества. Стереодинамики особо круто будут звучать, если вы активируете в настройках опцию Dolby Atmos. К сожалению, в отличие от более доступных моделей Galaxy A, здесь отсутствует аудиоразъем, но с другой стороны сейчас много беспроводных наушников, которые дают хороший звук и отличный функционал. В смартфоне версия Bluetooth 5.3, так что за стабильное и быстрое соединение переживать уж точно не стоит. Что касается программного обеспечения, то здесь почти все то же самое, что и во флагманской Galaxy 24 серии, то есть Android 14 в совокупности с One UI 6.1. И на 90% здесь есть все то, что имеется в Galaxy S24, за исключением опции искусственного интеллекта и режима DeX. Во всем остальном вы ничем не будете обделены. И по своему опыту с Galaxy S24 скажу, что опции искусственного интеллекта, Galaxy AI, я использую не так часто. К тому же, кое-какие фишки искусственного интеллекта доступны и здесь. Например, вы можете выбрать объект на фото и перенести его куда-нибудь, с кем-нибудь поделиться, либо просто взять и
удалить этот объект. Так, давайте другую картинку выберем, которую не я фотографировал. То есть здесь неважно, какой камерой снято изображение. Вот, давайте выберем картинку с маяком Акопяном и попробуем маяка удалить с нее. Выбираем удаление объектов. Выбираем объект. Обязательно говорим «Сим Селябим Ахалай Махалай» и объект исчезает. В отличие от многих китайских смартфонов, здесь нет никакой навязчивой всплывающей рекламы, всяческого непонятного софта. Помимо набора приложений от Google, также имеется папка с фирменным софтом экосистемы Galaxy, который будет полезен как сам по себе, так и при работе с другими устройствами Galaxy. Также есть папка от Microsoft и папка «Закон», в которой собран набор приложений, рекомендованные российским законодательством. При желании любое из этих приложений вы без проблем можете удалить. Такая возможность имеется. Наиболее полезные фишки вы можете найти в разделе «Дополнительные функции». Например, настроить кнопку питания, при лежании которой по умолчанию пытается пробудиться никчемный ассистент Bixby. Вы можете его заменить на простое меню выключения, которое будет более полезно. Также вы здесь можете настроить функции, связанные с движениями и жестами. Например, включить или выключить экран для разблокировки по двойному тапу, чтобы лишний раз не нажимать физические кнопки. И поскольку экран Galaxy A35 не самый маленький, то думаю, кому-нибудь из вас наверняка потребуется опция режима управления одной рукой. Еще важно сказать о том, что Galaxy A35 гарантированно получит 4 обновления системы и 5 лет обновления безопасности. Так что, по крайней мере, до 2029 года эта модель точно будет актуальной. Как вы, наверное, уже заметили, работает аппарат очень плавно, быстро, нет каких-то заметных подвисаний. Дело в том, что здесь используется фирменный процессор Exynos 1380, который достался этому аппарату в наследство от Galaxy A54. За те несколько дней, что я пользуюсь этим аппаратом, не было никаких сбоев, все работает четко. В тесте Antutu аппарат набирает более 600 тысяч попугаев, что подтверждает только то, что перед нами очень хороший средняк. И в целом, даже без всех этих тестов, я могу сказать, что вполне доволен производительностью этого аппарата. Любители игр также должны остаться довольны, и такие игры, как PUBG Mobile и Call of Duty, можно с комфортом играть даже на высоких настройках. Мне очень нравится то, что в этом смартфоне имеется поддержка карт памяти, тем самым к 128 ГБ или 256 ГБ внутренней памяти вы можете добавить еще до 1 ТБ дополнительной памяти. Раньше и во всех флагманах Samsung была такая возможность, но сегодня это доступно только владельцам A-серии. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, независимо от объема внутренней памяти. Имеется опция RAM+, позволяющая еще добавить до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. По умолчанию, кстати, 4 ГБ RAM+ уже активированы из коробки. Так что, учитывая наличие возможности расширения карты памяти и одинаковый объем оперативной памяти, переплачивать несколько тысяч рублей за версию на 256 ГБ особого смысла нет. Но это при условии, если вы не используете две сим-карты. Galaxy A35 оснащен аккумулятором на 5000 мАч, это уже некий золотой стандарт на сегодня. Держит аппарат заряд достаточно долго, на пару дней при умеренном использовании вполне можно рассчитывать. 7-8 часов экранного времени он держит. Если сравнить с другими смартфонами, то на ум сразу приходит Galaxy A54, у которого точно такой же аккумулятор и точно такой же процессор, как у Galaxy A35. Имеется поддержка быстрой 25-ваттной зарядки, так что если будете использовать соответствующий адаптер питания, то от 0 до 100% сможете зарядить аппарат примерно за 1.5 часа. Как и в других аппаратах с One UI 6.1, здесь имеется защита аккумулятора, который предлагает выбрать три варианта защиты: базовую, адаптивную и максимальную. Во всех случаях защита не дает аккумулятору долгое время оставаться на 100% заряде, а при использовании максимальной защиты зарядка
ограничивается 80% уровнем, что позволяет максимально продлить жизнь аккумулятора. Что ж, едем дальше и поговорим о камерах, которые, сразу скажу, очень здесь хороши за свои деньги. Особенно это касается основного 50-мегапиксельного модуля с оптической стабилизацией и апертурой f1.8. По умолчанию камера снимает разрешение 12 мегапикселей. Вы можете переключиться на 50-мегапиксельный режим, но при этом потеряете быстрый доступ к широкоугольной 8-мегапиксельной камере и двукратному цифровому увеличению. Максимально доступно 10-кратное увеличение. Samsung, как обычно, предлагает множество дополнительных режимов съемки, таких как Pro-режим, профессиональное видео, ночной, еда, макросъемка, для которого используется отдельная 5-мегапиксельная камера. Имеется еще и веселый режим. Честно говоря, не представляю, как я жил без этого режима раньше. В общем, здесь уйма всяческих настроек, имеется даже стабилизация видео. С основной камеры вы можете снимать видео в разрешении 4К 30 кадров в секунду, либо Full HD 60 кадров в секунду. Правда, такие возможности есть только для основной камеры. Если вы будете использовать широкоугольную камеру, то здесь максимум Full HD 30 кадров в секунду. Для основной камеры также доступна и суперстабилизация, она очень плавная, но ее максимальное разрешение Full HD 30 кадров в секунду. 13-мегапиксельная фронтальная камера может снимать видео в разрешении 4К 30 кадров в секунду. Что касается фото, то с фронталки фотографии получаются очень приличного качества, с естественными цветами, все как надо. В целом по камере можно сказать то, что она соответствует камерам флагманов трехлетней давности и вполне подойдет в качестве основной камеры для большей части пользователей. Единственное, я бы на месте Samsung оформил бы макросъемку в широкоугольную камеру, а макрокамеру заменил бы на телевик. Как обычно, я сделал для вас несколько примеров фото и видео, предлагаю посмотреть и оставить комментарии, что вы думаете о камерах Galaxy A35. А вот переключаться между камерами можно только в разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Так, делаем приближение на моську. Как себя чувствуете? Ну и пару слов о связи. Работает аппарат в сетях 5G, что очень хорошо, особенно в долгосрочной перспективе. В сетях LTE аппарат работает замечательно, обрыва связи не наблюдал. Качество передачи речи через VoLTE отличное. Поддержки eSIM в этом аппарате нет, точнее нет версии с регионом Кавказ, на которой есть официальная гарантия Samsung в России. Для некоторых других рынков поддержка eSIM имеется. FM-приемника, к сожалению, нет. Из беспроводной коммуникации есть Bluetooth версии 5.3, Wi-Fi 6
и NFC. Что ж, думаю, что пора подбить итоги и делиться впечатлениями. И честно говоря, этот аппарат меня впечатлил. Я еще не протестировал все модели Galaxy A в этом году, но могу сказать, что Galaxy A35 соотношение цена-качество так же хорош, как и Galaxy A15. Мне кажется, что он очень близок к Galaxy A55, и определенно можно сказать, что в этом году 30-я серия стала ближе к 50-й, как никогда ранее. Так что Galaxy A35, безусловно, получился. И я думаю, что эта модель станет одной из самых популярных в своем классе в этом году. То есть здесь никаких сомнений нет. Здесь имеется все, что нужно для жизни. И надежная сборка с прочным стеклом Gorilla Glass Victus Plus. И защита IP67. И отличный дисплей с частотой обновления 120 Гц. Стереодинамики. Емкая батарея. Как бы не ругали Exynos 1380, он является замечательным процессором. Аппарат не перегревается, шустро работает и не создает каких-то особых проблем даже в тяжелых играх. Так что я смело могу порекомендовать эту модель. Думаю, что она вам понравится и вы будете довольны ее использованием. Ссылку, где я покупал, оставлю в описании к этому видео. На этом все. Надеюсь, что обзор вам понравился. Если так, поддержите его жирным лайком. Оставляйте комментарии, что думаете о Galaxy A35, задавайте вопросы. Если же вы уже являетесь пользователем этой модели, то делитесь своим опытом использования. Также будет очень интересно почитать ваши комментарии по этому поводу. Подписывайтесь на этот канал и канал CamReview в телеге, если еще не подписаны. Ну и главное, не забывайте, все самое интересное еще впереди.